Здравствуйте, вы смотрите программу «События». Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня. 8 лет за акцизную марку. За подделку алкоголя бутлегерам грозит реальный тюремный срок. Охота на судовладельцев. Судебные приставы ищут должников в акватории Волги. Самарскому бизнесу предлагают выйти из тени. Сегодня снесли еще 6 нелегальных киосков на Старозагора. Пропала многолетняя свалка. С улицы Товарной вывезли сотни тонн мусора и отходов. Самарские бегуны – лучшие в эстафете. Легкоатлеты выиграли спартакиады учащихся на всех 4 дистанциях. До 8 лет лишения свободы за подделку акцизной марки на спиртное бутлегерам и торговцам, которые после 1 июля продолжают заниматься преступным бизнесом, грозит реальное уголовное наказание. Навести порядок – такую задачу поставил губернатор. Николай Меркушкин провел видеоконференцию, в которой приняли участие больше 7 тысяч человек. Олег Зверев тоже выслушал аргументы. Эксперты и экономисты дают лишь приблизительную оценку ущерба, который наносит государству нелегальный рынок спиртного. Так, за один только год Самарская область теряет от 3 миллиардов рублей. Гуляйполе осталось в наследство с 90-х, когда, чтобы торговать пивом или водкой, вообще не требовалось никаких документов. Навести порядок в ближайшее время – такую задачу обозначил во время видеоконференции губернатор. В онлайн-совещании приняли участие 7 тысяч человек. Из-за нелегального оборота, по разным оценкам, мы теряем от 3 до 4 миллиардов рублей ежегодно. А если брать примеры других регионов, которые работают очень успешно, ну, относительно, то эту цифру можно еще умножать в 1,5-2 раза. То есть насколько много они в итоге имеют для бюджета и насколько общая ситуация у них благополучная. На связи МТЛ-арена, а также большие спортивные и актовые залы во всех городах и районах области. На тропу войны с левой водкой выходят всем миром. Сегодня это дело не только легальных производителей и госвласти. Организацию контроля берет на себя общественность, а возможности навести порядок сегодня есть. С 1 июля 2017 года законодательство стало жестче. Теперь это вопрос не только экономической безопасности, но и здоровья нации. За год в Самарской области контрафактным алкоголем отравились больше 1000 человек. Летальным исходом закончились 159 случаев. Мы за это время проверили порядка 65% объектов потребительского рынка, которые торгуют алкоголем. Это более 900 объектов. И должен вам сказать, что в третьей из них обнаружено нарушение, связанное с нарушением лицензионного акцизного законодательства, скажем так. Это очень большая цифра. Это означает, что мы недополучаем очень серьезные деньги, которые можно было бы пустить на развитие города, на развитие инфраструктуры. И губернатор в очередной раз сегодня достаточно жестко подчеркнул, что задача полного сбора налогов, в том числе акцизов, это задача не только системы правоохранительной, но и системы муниципального управления. С июля выросли штрафы за нелегальную продажу спиртного. Суммы теперь исчисляются миллионами. Кроме того, бутлегерам и торговцам грозит уголовное наказание – до 5 лет лишения свободы. Еще строже – до 8 лет за подделку акцизных марок. Слишком велика цена. За организацию и покровительство преступного бизнеса любой руководитель может лишиться должности. Мы освободим любого главу района. Эти цифры еженедельно будут у меня. Еженедельно. И вам надо так настроиться. Не вот сначала догнать кого-то, а лет через 5 Татарстан. Это все вещи такие. Вот все абсолютно в наших руках. Это акциз. Это непростой налог. Глава региона привел в пример Татарстан, где уже с апреля все торговые точки подключены к системе государственного информационного контроля. В Самарской области целый ряд магазинов торгуют алкоголем по старинке. Еще одно нововведение соседей – всенародный контроль. Каждый, кто укажет на нелегальную точку, получает материальные поощрения. В Самарской области будет введена такая же система. Кроме того, более 120 тысяч человек заявили о своей готовности войти в число активистов народной инспекции. Сейчас, опираясь на закон об общественном контроле Самарской области, мы можем создать постоянно действующие общественные инспекции или группы общественного контроля в каждом микрорайоне. И я абсолютно уверен,
что если к этой работе, кроме органов госвласти, подключатся добросовестные продавцы и также производители алкогольной продукции, мы сможем запустить ее в кратчайший срок и получить результат. Контрольные мероприятия будут проводиться при содействии силовых и надзорных ведомств. И, по мнению специалистов, навести порядок не составит большого труда, тем более, что положительный опыт в России уже есть. Олег Зверев, Максим Гусев, события. Должникам нет спасения. И на воде судебные приставы вместе с ГИМС отправились в рейд. Инспекторы искали нарушителей правил движения, а приставы проверяли, есть ли у них неоплаченные долги. Почему перед тем, как отправиться в путешествие по Волге, нужно проверить все документы, расскажет Марина Кравцова. Вечер на Волге, но сотрудникам ГИМС не до романтики. У них работа в разгаре. Ловят нарушителей правил движения на воде. Попутно проверяют и документы. Вы свои документы давно заглядывали последний раз? Управление катером мужчина освоил давно, а вот в права заглядывает нечасто. Инспектор сообщает, менять их надо было еще в прошлом году. Как и водительские права на управление маломерными судами выдаются на 10 лет. Вы сейчас управляли маломерным судном, не имея фактически удостоверения на право управления, так как оно просрочено. Мужчине выписывают минимальный штраф 1000 рублей и подробно разъясняют, куда и с какими документами идти за новыми правами. Инспекторы напоминают, при себе водитель водного транспорта должен иметь не только права, но и судовой билет с отметкой о прохождении техосмотра, если лодка чужая, еще и доверенность. Останавливают в основном тех, кто пересекает реку в неположенном месте. Здесь ходят баржи с грузом, место повышенной опасности для лодочников. Наиболее частое нарушение – это управление маломерным судном, не прошедшим техническое свидетельствование. Также нарушение правил маневрирования. Соответственно, есть свои местные правила пользования водными объектами в Самарской области. Где прописано, где маломерные суда должны двигаться, а как они должны двигаться. Вместе с сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам в рейде судебные приставы. По Волге они путешествуют с акцией «Должник». Моментально по базе данных выясняют, есть ли у капитана катера или лодки какие-либо задолженности. Удобно это и для самих неплательщиков. Расквитаться с долгами они могут прямо посреди реки. У пристава есть с собой специальный документ, конституционная книжка, благодаря которой они могут принять эти денежные средства. Если мы обнаруживаем гражданина, который является должником, то мы также вызываем его в отдел судебных приставов. То есть он также может явиться непосредственно к своему судебному приставу для пояснения ситуации. Только во время этого рейда приставы нашли трех должников. Двое вовремя не оплатили штрафы ГИБДД, один больше 8 тысяч должен за коммунальные услуги. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. Заплатить по счетам, не выходя из машины, в Самаре открылся первый в Поволжье банковский автоофис. Спецкассы расположены на улице. Водители могут прямо из машины оплатить счета, сделать переводы, внести или снять наличные с карты. Офис тестировали 2 недели. Ежедневно услугами автокасс пока пользуются около 100 водителей. Время, проведенное в банке, сокращается в разы. К тому же нет необходимости искать место для парковки. За последние годы происходят большие изменения в банковской среде. Это новое, это действительно новые клиенты, и мы только рады нашему партнеру. Ассоциация туроператоров России составила рейтинг самых дешевых путешествий на бархатный сезон. Кто оказался в лидерах, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Нефть сегодня дешевеет. Баррель марки Brent стоит меньше $51. Валюта немного прибавила в цене. Курс на 16 августа. Доллар 59 рублей 92 копейки, евро 70 рублей 37 копеек. Золото стоит 2463 рубля, серебро 32 рубля 63 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 60 рублей 15 копеек, дороже всего продать за 59 рублей 15 копеек. Фонд теневой оплаты труда в стране снизился до минимума. Сейчас в России нелегально трудится порядка 15 миллионов человек, и каждая четвертая зарплата выдается в конверте, сообщил Росстат. Ассоциация туроператоров составила рейтинг самых дешевых туров на бархатный сезон. Первое место в рейтинге занимает Крым. Самые дешевые пляжные туры с авиаперелетом стоят чуть больше 19 тысяч рублей. В тройку лидеров также попали Сочи и Анапа. А Самарская область получит 430 миллионов рублей на поддержку АвтоВАЗа. Это позволит обеспечить занятость 4000 работников предприятия. Не менее 2000 пройдут переподготовку. На этом все. Удачи в делах.
снести. Оставить нельзя. Незаконные киоски в Самаре ликвидируют стахановскими темпами. 6 лотков убрали только сегодня со Старозагоры. Скоро всю улицу очистят. Кто следующий знает, Марьяна Мирная. Почти год продавец из ближнего зарубежья торгует здесь овощами. Аренда посильная, точка бойкая. И несмотря на то, что департамент потребительского рынка давно предупреждал, что киоск будут демонтировать, уходить со стихийного рынка на Старозагоре торговец не спешил. Нам говорили давно, да, очень давно говорили уже, говорят, увозь, увозь. Но просто мы еще ждали, ждали. Ну, товар не возили, ждали, когда будет увозить, чтобы мы знали. Вот. Потом вчера пришли, сказали, сегодня 10 часов должны убрать, резко. Резко должны убрать. И у нас товар очень много здесь. И вот, и сейчас не знаем, что это делать. Надо распродавать. Продолжение реконструкции улицы Старозагора жители воспринимают на ура. И даже готовы приобретать фрукты и овощи в других, более отдаленных местах. Я живу на Старой Загоре. Для меня это самая лучшая улица, самая красивая, самая замечательная. То, что с ней сделали, это, конечно, шикарно. Ну, вот такие вот сараи нужно убирать однозначно. В промышленном районе Самары 53 незаконных киоска. Большинство расположены по гостевому маршруту. Поэтому все они будут вывезены до чемпионата мира по футболу. Во всей Самаре нелегальных лотков больше 400. И все они должны покинуть улицы. Сейчас будет производиться вывоз. С последующим размещением этих торговых объектов на штрафстоянку. Если собственник изъявит желание забрать свой торговый объект, он приходит в департамент потребительского рынка с документами, подтверждающими факт владения. Вот, платит за... Возмещает расходы на вывоз, возмещает простой на штрафстоянку. И потом, если все это происходит, мы отдаем ему торговый объект. Стоимость вывоза одного киоска – 9 тысяч рублей. Простой на штрафстоянке – 3 рубля 50 копеек за 1 квадратный метр площади. Плюс штраф за незаконную торговлю – 5 тысяч рублей. Поэтому многие владельцы за своими киосками уже не возвращаются. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События. Генеральная уборка Самары продолжается. Больше 40 КАМАЗов мусора со 100 квадратных метров. В Кировском районе общественный совет помог жителям убрать огромную свалку отходов, которая копилась годами. Советы созданы по инициативе губернатора Николая Меркушкина, чтобы люди оперативно решали проблемы на местах. Финальную уборку на улице Товарная увидела наша съемочная группа. На улице Товарной завершается большая уборка. Раньше жители близлежащих домов старались обходить это место стороной. На несанкционированную свалку везли строительные и бытовые отходы со всего района. В итоге за несколько лет здесь выросла огромная гора. Тут, с одной стороны, накапливалось веками. Если вот вы посмотрите на тот горизонт, я говорю, вот видно, вот по деревьям даже видно, вот отсюда сложно было и до забора, то есть высота была минимум 1,3 метра тут была. С постоянно растущей кучей мусора нужно что-то делать, решили активисты и обратились в общественный совет микрорайона. С помощью частных организаций свалку начали постепенно вывозить. Люди уже говорят спасибо, потому что не так страшно, не так уже неприятно, как это было, потому что запах здесь был тоже ужасный. Это была просто действительно очень долгие годы. Огромная, большая городская свалка. После завершения уборки на очищенной территории планируют организовать парковку. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. Не справляются с покосом травы кировские и промышленные районы. На совещании в департаменте городского хозяйства и экологии ГАТИ представила результаты мониторинга. В городе на 130 участках траву ни разу не косили все лето. Обнаружены 66 пустырей, где трава по пояс. За эти участки отвечают районные власти. На остальной территории ситуация получше. Ежедневно работают 32 бригады. Траву косят, когда она достигает 15 сантиметров. Особое внимание аллергенам. Убирать их нужно до цветения, чтобы жителям было комфортно. В парках, скверах и на набережной прошел 4-й покос, у дорог 3-й. На отремонтированных улицах используют новые газонокосилки. В этом году это приобретено МП «Благоустройство». Такие машины, то есть их работу можно наблюдать на новых газонах, на улице, которые вышли после комплексного ремонта. Это на проспекте Ленина, на улице 22-го партизда Победы. То есть после их покоса видно, что волна как бы идет, трава полосом. То есть достаточно красиво получается. Сидеть на 2 месяца меньше. В Верховном суде рассмотрели жалобы 4 мужчин, осужденных за убийство экс-главы сызранской полиции Андрея Гошта и его семьи. Приговор изменили только одному из преступников.
Архан Захробов вместо 26 лет проведет за решеткой 25 лет и 10 месяцев. Наказания для остальных остались прежними. Ислан Бабаев приговорен к 25 годам лишения свободы. Роман Фаталеев и Махмадали Ахмадов к пожизненным срокам. Напомним, четверых мигрантов осудили в феврале. По версии следствия, в апреле прошлого года они устроили кровавую бойню в доме полицейского. В результате убили полковника Гошта и пятерых членов его семьи. Чудом выжила лишь 7-летняя девочка. Далее коротко о других событиях дня. Экскаватор разбил ковшом кабину трамвая. Это произошло утром во вторник на пересечении улицы Новосадовой и проспекта Масленникова. Трамвай получил серьезные повреждения. У него помята кабина, полностью выбито лобовое стекло, рассказали очевидцы. К счастью, обошлось без пострадавших. ДТП оформили аварийные комиссары, после чего движение трамвая было восстановлено. В Самаре началась прокурорская проверка соблюдения федерального законодательства руководством ТЦ «Апельсин». Поводом послужило ЧП с 6-летней девочкой. Она упала со второго этажа и получила травмы головы и тела. Сейчас ребенок в тяжелом состоянии и находится в больнице. Назначена доследственная проверка. Под Самарой пенсионерка запуталась в кувшинках на реке Сок и утонула. Трагедия разыгралась неподалеку от поселка Старосемейкино. По словам очевидцев, пенсионерка решила переплыть на другой берег, расстояние до которого составляет около 180 метров. Но спустя длительное время она так и не появилась на пляже. На место происшествия прибыл водолазный отряд. Женщину обнаружили около противоположного берега. Она не доплыла всего 5 метров. В течение этой недели в регионе погода будет формироваться под влиянием антициклона. Он переместится с Верхней Волги на Южный Урал. Дожди маловероятны, а температура воздуха будет близка к средним многолетним значениям. В ночь на среду, 16 августа, в области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит 16 градусов. Днем прогреется до 27 градусов. В речпорт Сызрани зашла яхта люкс-класса «Посейдон 777». Как указывается на сайте производителя, яхта имеет длину 25 метров и водоизмещение 64 тонны. В ее четырех каютах может разместиться 8 человек. Максимальная же скорость такой яхты составляет 28 узлов. Цена роскошной яхты доходит до 4,5 миллионов долларов, что в пересчете на рубли примерно составляет 260 миллионов. 15 тысяч нарушений правил дорожного движения каждый день фиксируют видеокамеры на дорогах Самарской области только за этот год. На основании этих показаний выписано штрафов на 1 миллиард рублей. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Сотрудники ГИБДД говорят, нарушителей не стало больше, просто теперь их легче выявить. На дорогах установлено 140 стационарных камер и 220 мобильных. Их количество постоянно растет. Они фиксируют не только проезд на красный свет и пересечение стоп-линии, но и нарушение правил перестроения и маневрирования. Очень много же сейчас обжалований по данному вопросу. То есть водители у нас ездят по привычке и привыкли, что если на знаки внимания не обращают и считают, что на зеленый сигнал светофора можно двигаться в любом направлении, то есть прямо, налево, направо. То есть хотелось обратить ваше внимание. Значит, штраф от 500 до 1000 рублей, в зависимости, что нарушили. Очень внимательно нужно смотреть, потому что, например, Революционная Гагарина, то есть с левой полосы, то есть вы можете двигаться только налево. Если вы проезжаете прямо, то 500 рублей. Изучая правила дорожного движения, с молоду в детском лагере «Арго» началась специальная смена юных инспекторов движения. Август и сентябрь – напряженные месяцы. На дорогах число аварий с участием детей растет. Чтобы не попасть в печальную статистику, участники профильной смены сегодня проверяли свои знания. Подробнее Олеся Корецкая. Изучение правил дорожного движения для этих ребят уже хорошая привычка. На заключительную смену светофор в лагере «Арго» собрались 230 детей. Все победители районных конкурсов и фестивалей по безопасности на дороге. Перед началом учебного года обновляют и закрепляют знания. Сентябрь у нас действительно очень сложный, и август у нас уже начинается сложный. То есть 20-е числа – это прибытие всех детей, практически основной массы в город. Вот. И как показывает у нас статистика основная, у нас бывает всплеск, небольшой, но всплеск дорожно-транспортных происшествий. В основном это по дети, где вина, дети являются пешеходами. В этом году в Самаре произошло 51 дорожно-транспортное происшествие с детьми. 3 ребенка погибли. Почти во всех авариях дети были пешеходами. Чтобы уметь переходить дорогу, вместе с педагогами школьники проходят дорожный квест. Это очень важно, как я сегодня сказал, на линейке. Не только это все значит знать и изучать, но и в повседневной жизни каждый день это все
применять, объяснять, помогать тем, кто не знает. Смена очень важная. Безопасность детей для нас превыше всего. Вы сейчас смотрите и рассказываете мне про эту дорожную ситуацию. Как предупредить дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка? В программе квеста 9 заданий. Команды по очереди проходят испытания, отвечают на вопросы инспекторов ГИБДД, отгадывают загадки. В специальном дорожном городке отрабатывают навыки езды на самокате и велосипеде, фигурное вождение. В пункте медицинской помощи вспоминают, как оказать помощь пострадавшим до приезда врачей. Смена светофор короткая, всего 10 дней. Но организаторы надеются, полученных знаний хватит надолго. В лагере намерены проводить такие заезды каждый год. Олеся Корецкая, Сергей Баскин. События. В Самаре откроют школу единоборств имени Тагира Хайбулаева. Губернатор встретился с олимпийским чемпионом и обсудил вопрос развития дзюдо в Самарской области. Николай Меркушкин, в частности, отметил, интерес к боевым искусствам в регионе растет, и все больше молодых людей стараются попасть в спортивные клубы и секции. Создание детской и юношеской школы будет способствовать повышению уровня подготовки и продвижению самарских спортсменов на соревнованиях. Также речь шла и о строительстве дворца единоборств в парке «Молодежный». К реализации проекта приступят после проведения в Самаре чемпионата мира по футболу. То есть юноша у нас хороший, как традиционно. Раз поколение растет, да? Да, да, да. Есть с кем работать, с которых лепить мастеров самого высокого класса, да? Понятно. Так что из Самары сейчас ребята тоже на сборы поехали. То есть со сборной вместе тренируются, там человек 5-6. Перспективных ребят есть отсюда. Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина готовятся к 4-му турниру «Большого шлема». Открытый чемпионат США по теннису стартует 28 августа. Подробнее расскажет Андрей Горгуленко. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите «Самарские новости спорта». Теннисный турнир в Цинциннати в самом разгаре. Самарские легкоатлеты самые быстрые на спартакиаде. Италия стала золотой для волжских пляжных теннисистов. В итальянской Черви состоялись чемпионат и первенство мира по пляжному теннису ITF Beach Tennis World Championship. Воспитанницы Тольяттинской «Сдюшор» номер 6 теннис Агния Богатова и Дарья Каличинина стали победителями первенства среди девушек до 14 лет. Самарские спортсмены Людмила Никоян и Николай Гурьев «Гаусшор» номер 1 на чемпионате мира завоевали золото в смешанном парном разряде. Кроме того, они выполнили норматив на присвоение спортивного звания «Мастер спорта международного класса России». В Майкопе состоялись соревнования финального этапа 8-й летней спартакиады учащихся России 2017 года по легкой атлетике. В них принимали участие свыше 500 спортсменов из 49 регионов страны. Сборную Самарской области представляли 20 атлетов. Александр Казберов завоевал золото на дистанции 110 метров с барьерами, Олег Якушкин выиграл бронзу в метании молота. В эстафетном беге с этапами 100, 200, 300 и 400 метров команда Самарской области заняла первое место. Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира серии «Премьер» в Цинциннати, уступив украинке Лесе Цуренко в трех партиях 7-5, 6-7, 0-6. Отметим, что Анастасия вела во второй партии 4-1. Теннисистки провели на корте 2 часа 41 минуту. Цуренко 7 раз подала на вылет, допустила 8 двойных ошибок и использовала 7 брейкпоинтов из 17. На счету Павлюченковой 4 эйса, 5 двойных и 5 реализованных брейкпоинтов из 16. В то же время воспитанница Тольяттинской школы тенниса Дарья Касаткина на старте соревнований одержала победу над соперницей из Беларуси Александрой Соснович. Матч завершился со счетом 6-4, 6-2. Поединок продолжался 1 час 7 минут. Касаткина один раз подала на вылет, допустила 3 двойные ошибки и использовала 4 брейкпоинта из 9. На счету Соснович 4 эйса, 1 двойная и 2 реализованных брейкпоинта из 3. В следующем раунде турнира в США Дарья сыграет с победительницей пары Коко Ван де Веге Мэдисон Кис. Это все новости к этому часу. Больших побед вам. Удачи! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на YouTube. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий.